Всем доброго утра! Мы проснулись опять в 9:15, как и вчера. Я глаза открыла в 9:15. Я не знаю, это какое-то мое время, что ли. В общем, сейчас готовим завтрак. Все выбрали, как это называется. Мы это называем какашки с молоком, потому что у нас были кролики. Извините за завтрак, но это так. В общем, шарики шоколадные. Вчера купила, а сегодня, наверное, уже сейчас все доедим на завтрак, потому что семья большая, и все это будут. Папуля наш уже едет тоже, пьем кофе с маленькими этими маршмеллоу и шарики шоколадные с молоком. Тоже тарелки наготовила, планы себе написала, поняла, что день не проходит бесцельно, если написать, что хочешь сделать. Вот, тарелочки. А здесь кружечки. Сейчас буду делать чай и кофе. Так, все завтракают какашки с молоком. Ты заправил свою кровать, Афонь? Нет. У меня опять радио и варю лапшу из индейки. Так, бульон вот из двух кусочков индейки. Картошка уже здесь. Сейчас буду резать. Морковку не добавляю в лапшу. Даже поворачиваться. Надо елочку становиться сначала, а потом поворачиваться. Да, мам? Угу. Меня учили. Сначала становишь елочку, потом бабушку. Дотраться тебе. Ну то что-ка тормози, аккуратно. Голодный человек. Вы не знаете этого человека? Вот этот человек самый голодный. Вкусно? Лапша, да? Без морковки у нас лапша. С петрушкой, правильно. Так, а на улице у нас ветрюган поднялся и был даже дождь. Послушать, как ветер шумит. Дети сели за компьютер. Все, уже всех гостей вы проводили, да? А где как наш тот другой? Нет, это другой компьютер. Давай сейчас найдем. Давай. Это мы твой канал смотрим. Да? Кристина. Алло. Кристина еще ходит в школу. Я заново. Я заново хочу. Потом давай другое. Давай потом, как у тебя день рождения. Ну, мама, потом включим, как у меня день рождения. Угу. Потом мама. Кирилла. Снесла картошку. Сейчас будем жареную картошку делать. Все, она буду очистки. Начинаем чистить. Красную буду сегодня жарить. Картошку я-то начистила, но я вообще не умею ее жарить. У нас все время жарит, если очень вкусно, то Сержуня. Поэтому, если у вас есть какой-нибудь проверенный секрет жарки картошки, напишите мне. Потому что я ее сейчас просто порежу и все, и засыплю в сковородку. И она у меня превратится в кашу, я уверена. Ну, да будет каша картофельная. В общем, не знаю, что получится. Если у кого-нибудь есть точно проверенный способ жарки картошки, напишите, пожалуйста. Что заметь, такое? Заметь, что еще не май. Я покажу прикол. Сильно тяжело. Ой! Букет мамы. Ой, мама чихает. Аллергия на елку. Я сейчас буду Халком. Халк, ты там давай не прибей себя. Да. А мать пытается мучить картошку. Да, пап? Да.
А папа елку. Чему? Ага. Ну ты ее вообще уже замучил. Я приготовила салат: капуста, морковка, петрушка, сахар, соль, подсолнечное масло и немножко уксуса. Вот пожаренная картошка. Как получилось, в общем-то? Да, мужики отдыхают, мужики. Это точно. Работали, да? Особенно этот вот мужик рабочий. У него март впереди. Да, март. Так, сейчас я собираюсь ехать в гости. Ну, вернее, не в гости, а к швее. Для того, чтобы... Знаете, что сделать? Зашить Грише брюки. У него двое брюк. Я уже поняла с первого класса, что нам хватает двое черных брюк. То есть в этом году мы тоже купили двое брюк. Но получается, что они у него на одних молнии, на молнии сломалась на вот этом бегунке ручка. То есть он не может ее застегнуть. И другие порвались. И все это вот прям за 3 минуты. Поэтому сейчас поеду зашивать все, чтобы Гришке все зашили, потому что завтра в школу. Вот, так что поеду. Сейчас уже позвонила, договорилась и поехала. Давай, давай маме. Афоня спит, дети. Так, я буду монтировать видео. Это что у нас был, Far Cry? Так, пацаны. Так, все видео выставляются. А, Гришуль, ты покупался? Молодец. Закладываю на ночь посудомойку. Ой, чтобы все мыло. Я на второй режим включаю. Это просто обычная мойка без замачивания. Но и не самая быстрая. Там она где-то 1-1.20 моет. Вместе с сушкой все. Вот этот режим примерно на 1 или 1.20. Это все в холодильник. Картошка, кстати, получилась очень неплохая. И даже не стала кашей. Не знаю почему. Но развалилась, конечно, но не каша.